Привет всем, дорогие друзья, с вами Дарт, и смотрим еще один мод к игре Jurassic Park Operation Genesis под названием Fallen Kingdom Collection. Насколько я понял, этот мод, идея этого мода заключается в том, что здесь идут животные из всех фильмов. То есть, четыре фильма имеются, да, и из каждого фильма тут, есть животные. Как это все реализовано, сейчас посмотрим. И раз название Fallen Kingdom, это значит, что в будущем создатели этого мода планируют летом 2018 года. Так, для начала все выглядит просто круто. И вот этот задний фон особенно, это просто мое почтение, ребят. Еще бы, если бы игра была такой же красивой, как этот задний фон. Роковая гора. Прикольно. Ародруин у нас там. Так, в принципе, нужно вот это все поубирать, потому что деревья, безусловно, красивые, но посмотрите, здесь очень высокая трава, густая такая, и вот эти деревья, они просто так густо стоят, что когда я буду сейчас создавать динозавров, то мы тупо их не увидим. Так, давайте я тут все это поудаляю. Частично хотя бы. Когда они там в лес убегают, это уже ладно. Главное при создании, когда ты на них смотришь. Чтобы посмотреть по-быренькому, и пусть там бегают себе. Сразу примечание этого мода в том, что вы можете строить абсолютно все, что угодно. Все, что захотите, прямо тут. Строения внешне немножко изменены, конечно. Видите, тут все немножко по-другому. Так, думаю, 6 инкубаторов нам хватит. Кстати, сам инкубатор немножко изменен, да? Ну, чуть-чуть совсем. Так, вот видите, тут у нас категория парк юрского периода, затерянный мир, парк юрского периода 3 и мир юрского периода. То есть животные идут именно тут по фильмам. То есть не как обычно там травоядные, хищные, а именно по фильмам. Так, ну давайте посмотрим всех. Трицератопс, безусловно. А вы потом пишите в комментариях, похожи окрасы на те, что были в фильме у динозавров, или нет. А вот про Галимимуса-то они забыли. Галимимус же был в первом фильме, все мы это прекрасно знаем и видели, даже сцена есть отдельная. Так, вот наш трицератопс выглядит круто. Мне нравится этот скин. Пускай он и простенький, но и как из фильма, во-первых, а во-вторых, лучше оригинала. По мне, который был изначально в игре. Музыка играет из первого фильма, да, если вы слышите там на заднем фоне. Ну, брахиозавр тоже обычный, простой. В первом фильме особо по окрасу не заморачивались. Там самое главное было круто показать животных, что там мышцы все вот это двигалось. Тирекс. Как мы, кстати, заметили, окрас тираннозавров менялся во всех фильмах. Так вот, в первом фильме тираннозавр, который там остался, он, по сути, он же должен быть окрас в четвертом точно такой же, только со шрамами. Дилофозавр обычный вроде бы. Ну, не знаю, вот эти светлые полосочки. Я не знаю, были ли они в оригинале, или он там в оригинале просто черный был. Так, где раптор? Вот видите, насколько, говорю, густая трава, реально. Раптор просто зашел, попал, это его, пропал точнее. Это его стезя, он там, короче, может бегать, охотиться. А раптор здесь такой темноватый. Как по мне, не должны быть окрашены, как брахиозавр, может чуть потемнее. То есть обычный окрас. Такой коричневатый, что ли, если можно так выразиться. Но здесь этого не сделали. Так, компсогнатус. Это странно. Это что-то, видимо, из модели Галимимуса сделанное. Бедное животное. Ну и как видите, животные тут когда выходят, не охотятся сразу, не убивают там кого-то, хищники, по крайней мере. То, детеныш тираннозавра, прикольно.
Вот тираннозавр, самка, наверное, или самец. Кто особенно шарит в окрасах, кто скажет нам в комментариях, вот этот окрас, который оттуда выйдет, так был окрашен самка или самец в фильме во втором. Потому что я, если честно, не помню, кто из них там зеленый, самка или самец. Вроде самец зеленый, хрен знает. Ну вот Комсогнат, говорю же, это из модели Галимимуса, просто что заниженный, что-то искривленный, весь сломанный в 10 местах. Я не знаю, к чему это. Так, стегозавр, как видите, немного изменен в плане того, что у него хвост не волочится по земле, а в воздухе, да, находится в подвешенном состоянии, собственно говоря, как был в фильме. Тут он какой-то прям, посмотрите, прям бегает, что-то. Как раз, в принципе, обычный, ничего такого. Пойдет, в принципе. Так, ну, пахицефалозавра такого мы уже видели. Ой, случайно, простите. Детальная окраска, конечно, красивая, детализированная в плане. Вот, но обычный, то есть ничего примечательного, такое мы уже видели. Ну, тут, собственно говоря, окрашивают как в фильмах. Неудивительно, что в каких-то модах попадались похожие окрасы. А вот паразауролов, такой окрас мы тоже видели. Но он, типа, как из фильма, поэтому круто там, да, все дела. Ну, в целом, реально прикольно выглядит. То есть всякие полосочки. Так, Baby T-Rex, это, я так понимаю, из модели Дилофозавра сделали, да, просто ему отрезали этот его воротник и раскрасили как фильм. Ну, в принципе, тут твоя мама Аша рядом ходит. Самое забавное, что когда вы будете их создавать в парке, да, они начнут есть друг друга, каннибализм некий. Да, скорее всего, это самка. О, звуки пошли. Слышите, да, как он кричал там в фильме? Сейчас досмотрим животных из второго фильма. Видите, тут иконки тоже разные. Здесь вот Лэри у нас. Вот это самец папаша. Скорее всего, это папа, потому что сынок, скорее всего, от отца унаследовал окрас. А детеныш, как вы помните, окрашен зелененький, такой с полосочками, почти как и батя. Да и вроде, когда в городе бегал, он тоже был полосатый, а в городе бегал самец. Так что, да, скорее всего, это батя. Так, теперь мне покажите раптора. Во втором фильме, по-моему, рапторы имели различный окрас, но здесь этого сделали оранжевым таким, потому что там очень много было оранжевых рапторов, таких вот, с полосочками различных, полосатых, таких тигровых я их еще называл. Ну, я для себя не где-то там, когда смотрел. Так, ну, обычный спинозавр. Уф. В плане для этой игры я имел в виду. Опять тираннозавр, это тот Baby T-Rex, который типа вырос, детеныш тираннозавра, да. То есть окрас у них должен быть более-менее сходен. Раптор-самка, раптор-самец. Каритозавр. И здесь будет паразауролов, да, я так понимаю. Да. Странно, такого паразауролов я не видел в фильме. Ну, они были зелеными, безусловно, но не такими, вроде бы. Ну, тут обычный спинозавр, вроде как раз такой в игре же и был. То есть решили тут не менять, потому что там, типа, по игре он и был сделан. Решили даже не драться, типа. Хотя по фильму мы знаем, что он бы победил. Ну да, в принципе, он окрашен, как и тот детеныш, который тут где-то бегает. Так, вот самка раптора. Почти как в игре, в оригинале, да, если кто помнит еще такие времена. Если кто еще играет, вот. Но в целом немножко она изменена, цветовая гамма. Вот видите, в траве тут вообще было бы прикольно, если бы они тут охотились на каритозавров.
прям в траве таки бегают их незаметно, и следить за этим игроку было бы очень прикольно, лично мне, допустим. Ну просто игра уже реально устарела, и не так круто на это все смотреть. Перитозавры, да, признаю, были такие в фильме, как раз такое, точно помню. А вот пару зурлов и в хоть убей, но таких не помню. Возможно, тут цветовую гамму не такую подобрали. Вроде они там вообще прям салатовые или прям светло-светло-зеленые были. Ну, чтобы еще около глаза красноватое такое, я такого не припомню. Куда ни прибеги, тут везде тирексы. Так, эти тут вообще дерутся во все это, посмотри. Ой, я же не закончил с этим фильмом. Куда ты перематываешь там? На следующую часть. Сейчас анкилозавр тут внесет раздору. Брахиозавриков еще прибавим количество. Ну и цератозавр, естественно. Тирексов тут куча. О, кто-то брахиозавра убил? А, нет, там кто-то другой мертвый валяется. Кто это? Пхицефалозавр. Все-таки хищники убивают, да? Вот анкилозавр. Ну, в целом, очень бледный. По-моему, немного шипы ему изменили. Ну, какой-то бледноватый. Полосы ему вот тут добавили. Не знаю, в принципе, да, согласен, что как в фильме. Хотя голова более красного такая. Тут красного не хватает, но... Бледновато, как раз могли бы более ярким его сделать. Опа, опа, что там происходит? Офигеть, ты что творят? Это, конечно, тут не детализировано было. То есть видели, да, что он пустой воздух, грубо говоря, хватал челюстями. Но вышло круто. Новая анимация, я не видел, чтобы Т-рекс так убивал спинозавра. Клёво, это было топово вообще. Месть, грубо говоря, за фильм. Такой как раз брахиозавр мы тоже... О, офигеть, вы видели, да? Брахиозавр ему втащил. Сейчас опять. Ну, брахиозавр, да, как в фильме окрашен, такой как раз мы, по-моему, тоже видели. О, даже анкилозавр приподнимается на задние лапы. Тут реально, тут война с тирексами просто ведется. Так. А вот и наш цератозавр. Ну, обычный. Такой крас вообще очень часто где-то мелькал. Ну, я не говорю, что он плохой, но просто очень часто где-то мелькал. Потому что все хотят, видимо, спародировать его на... Ну, из фильма, чтобы типа, о, смотрите, крас как в фильме, мод клевый. Типа такого, наверное. Так, вот Индоминус сейчас тут будет тоже уничтожать тирексов. Либо наоборот... Ну, мы добавим тираннозавров оригинальных. Так, Раптор Блю. Раптор Чарли. Раптор... Ой, Дельта. Дельта, Дельта, я думал, Эхо будет, ну ладно. И Эхо. Эхо, Эхо, Эхо. Так, давай уходи, убийца. Да не брахиозавр, да не это, вот он же бегает огромный, как ты в него попасть-то не можешь? Египетская сила. Да, это карадонтозавр, по сути. Немного изменили, что-то с зубами ему там дорисовали, ну, естественно, окрас поменяли. Прикольно. Ну, такой, я видел индоминусов покруче, это такое себе. Так, где вот оригинальный Т-рекс? Вот видите, который вот здесь показан со шрамами, да, он прям как в фильме. А, но по сути это же тот же тираннозавр, что был в первом фильме. А тут Т-рекс со скином из первого фильма выглядит иначе. У него какие-то полосы на спине. Так что странно. Не состыковочка. Ну, типа его поймали и заново в парк засунули. Ой, в парк, говорю, за ограждение, грубо говоря. Он столько лет бегал на свободе, и тут его опять поймали. Это было, наверное, разочарование. Ну, Раптор, вот видите, синева, синенький, блю такой у нас. И полоска вдоль. Как и нужно, собственно говоря. Так. Раптор Чарли, Чарли, я тебя поймаю.
Ну, зелененький. Вроде он первый умер. Вроде из игуаны его делали. Ну, гены игуаны присутствуют. Эхо, 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 эхо. Я тебя поймаю. Да блин. Да блин, да блин. Да что такое-то? А, вот еще один тут есть. Да, эхо тоже круто окрашен. Ну тут я вижу все зеленые пятна, полосы, которые у него были. Просто тут вот такая цветовая гамма, и вот этот еще задний фон, он все сбивает. И восприятие немножко. Так, дельта, дельта. Да что такое-то по ним не попасть, посмотри, а? Ты что, на зло уворачиваешься от моего курсора? Ну так неинтересно же делать. Дельта у нас полностью синяя такая, да? Светло-синяя, я бы даже сказал. Голубоватая. Да, прикольно. Так, ну давайте посмотрим, кто же там еще у нас остался. Дилофозавр. Странно. Мы его видели только на голограмме, и там я не скажу, чтобы я понял, какой у него окрас должен быть. Пахицефалозавр. Что-то новенькое. Стигемолог даже есть. А, ну да, он типа должен был быть в фильме, но его не было, не показали. Может, в вырезанных сценах, если такие есть вообще. Так, Галимимус, Барионикс на основе модели Цартозавра и Зухамим на основе спинозавра, получается. Так, ну, дилофозаврик такой зеленый, с красным капюшоном, красные гребни. Не знаю, по-моему, в голограмме он был более темный. Насчет зеленого ничего не скажу, но, по-моему, он более темный был. Не знаю, что это такое. Грибы, кстати, и вот эти вот белые пятна, если кто заметил, это грибы, я так понял. Типа грибы, да. Так, это пахицефалозавр у нас. Я не помню, вроде там показывали сцену, где, типа, он такой лежит, его, типа, усыпили. Но сомневаюсь, что он был такой яркий. Или, может, там, типа, освещение, все дела. Вроде тут его делали по картинкам, которые, ну, концепт-арты, типа, к фильму. Каких животных хотели добавить и все такое. Но стигемолог там точно не так выглядел. И его тут очень странно сделали. Получается, пахицефалозавр просто дыру в башке сделали и растянули немножко тут вот эту фигню. Из них рога сделали. Ну, и как раз такой обычный пятнышки какие-то. Так, вот Зухамим, по-моему, если его делали по концепт-артам, то он не был синим. Вроде Зухамим там не синий. Ну, могу ошибаться, поправить в комментариях, если что, но вроде не синенький. Пардон, у меня тут ВК забыл закрыть, наверное. Сел тут тоже. Так, Барионикс. Ну да, обычный цартозавр, рог отрезали, морду сплющили и вытянули. Ну и разукрасили по-другому. Но, по-моему, нет. Надо было лучше бы и спинозавра делать. Потому что мы видели, по-моему, если кто смотрит моды к этой игре, которая у меня есть на канале, да. Кстати, ссылку на плейлист оставлю в конце видео. То там в некоторых модах есть Барионикс, который из модели спинозавра делается. И он такой, типа, ну, заниженный спинозавр, грубо говоря. Так, и что-то не наводится у меня на это. Это же дилофозавр, да? Мне Галимимус нужен. Кстати, вот смотрите, дилофозавры бы и детеныш этого бегают вместе, потому что это все-таки одна модель, и они друг друга считают друзьями, там, одной семьей, все дела. Так, куда убежали все Галимимусы? Вот ты что-то тут забыл. На тебя даже не наводится. И Галимимусы в фильме были зеленые. Почему он здесь коричневый? Может, его хотели в первый фильм таким запихнуть? Но не получилось. Да даже из первого фильма он не похож. Хм, странно. Где я? Кто я? Так. Всех посмотрели, но там еще кто-то остался. О, трицератопс. Только почему он... Синий. Чихнул так по-божески вообще. А вот это вырезать, это ужасно было. Почему он синий, непонятно. Так, стегозавр.
Про Зуролов, естественно. Анкилозавр, куда же без него. Апатозавр. И кто это последний? Птернодон, который ужасно опять сделан. Ну нету в игре летающих. Зачем вы их пытаетесь добавить? Так. Почему трицератоп синий? Окрас, безусловно, хорош. То есть это, по сути, тот, который мы видели в самом начале, типа из первого фильма, но просто цветовая гамма другая. И в чем прикол? Почему синий? Там в фильме не было такого. Под что вы пародировали? Под какой фильм? Я не понимаю. Не вышедший еще, что ли? Так, ну стегозавр, окрас у него мне нравится. Вот видите, вот издалека, если посмотреть, вообще даже вблизи он детализированный. Все отлично, хвост. По сути, вымерших видов он как бы над землей держится и примерно горизонтально, как бы, да, практически. А тут вот вниз немного отклонен, ну да ладно. Не страшно. Такое себе, конечно. Так, Парозуролов делали, наверное, по концепт-артам, потому что там вот они все такие пестрые и прочее. Но в фильме вроде они такими не были. Так что тут странно, им нужно было бы определиться, они по концепт-артам делают животных или по фильму именно, то есть какие окрасы были в фильме. В целом так раз красивые, но, по-моему, даже видели несколько раз в нескольких модах. Так, это старый анкилозавр, мне нужен новый. Вот он. Ну, такой же, по сути, как в фильме, то есть такой темный. Никаких красных пятен, ничего, такой зеленоватый, только какие-то тут присутствуют. Да, конечно, как смачно его завалил Индоминус, до сих пор помню. Ну, апатозавр такой себе, конечно. Тоже несколько раз видели уже. Просто вытянутый, по сути, комарозавр. Просто его взяли, вытянули. А вот где птернодоны тут летают? Просто, ну вот что это? То есть, по сути, он бежит, поэтому он считается вот так вот. Ну, так себе зрелище, если честно. Ну что ж, это был, по сути, вот весь мод. Все, что я могу вам показать, да. Ссылку, естественно, оставлю в описании. Там пишите комментарии, лайк, подписка, там, группа канала, если кто хочет. Ссылка будет в описании. Там я буду различные опросы провожу по поводу будущих видео и игр, которые хочу проходить. Так что... Если хотите поучаствовать в голосовании, то просьба вступайте там. Пишите комментарии по поводу мода, да, какие скины понравились и прочее. С вами был Дарт Сидиус, всем всего хорошего и всем пока.